Всем привет, это FreeStudio21.com, и перед нами очередная грань, скажем так, темы инфинитива. Это passive infinitive, так называемый, или пассивный инфинитив. Не совсем корректный, конечно, термин, пассивный инфинитив, но как бы то ни было, passive infinitive есть действительно такое явление. Допустим, я сейчас придумаю какое-то предложение, и вы увидите, что вы его все видели, вы его встречали. Ну, возможно, не обращали внимания. Итак, например, у нас такое может быть. Это письмо следует отправить до обеда. Следует отправить до обеда. Официально достаточно, так, это сухо очень, очень так, приказной тон такой, но как бы там ни было, да, такие предложения могут быть, попробуем его перевести. Что мы имеем? Ну, это письмо, все ясно, это this letter, здесь никаких проблем не должно быть. Далее у нас стоит слово «следует». Это явный модальный глагол. А мы знаем, что после модальных глаголов всегда ставятся инфинитивы. Активные, пассивные, не суть важно, но всегда инфинитивы. Итак, я думаю, что здесь можно поставить слово should. Я хочу should. Можно было бы поставить must. Здесь нет контекста, поди его знаю, что имеется в виду. Ну, допустим, это рекомендация. Should, а дальше отправить до обеда. И вот здесь начинается самое интересное. Остановимся, посмотрим, что мы имеем. Письмо само себя, естественно, не отправляет. Его отправляют. Следовательно, действие производится над письмом. И это классический passive. Здесь у нас, по идее, должен стоять passive voice. Глагол в passive voice. Но я же не имею права поставить passive voice. У меня should стоит, у меня модальный глагол. После модального глагола должен быть инфинитив. Вот это как раз тот случай, когда я употребляю passive infinitive. Что я делаю? Я беру, ставлю should be... Далее, я помню, что если пассив, значит третья форма глагола. Я ее и ставлю sent, вот таким образом. А дальше все остальное before или till, можно было бы сказать, before noon. Вот таким образом. Вот это и есть, вот это вот все дело, вот эта структура. Это и есть мой passive infinitive. Passive infinitive. Возьмем еще одно предложение, посмотрим, что у нас получится. Это письмо, я чуть-чуть переделаю. Следовало, действие уже совершало, должно было, во всяком случае, совершиться в прошлом. Следовало отправить вчера. И я помню, что когда у меня речь идет о действии в прошлом, что-то должно было совершаться в прошлом, и у меня модальный глагол стоит, значит, мне опять же нужно инфинитив. Мне нужно поставить не любой, какой попало инфинитив, а перфектный инфинитив. Что у меня будет? Но здесь то же самое. This letter. Здесь без всяких изменений. This letter. Дальше я опять ставлю should. А дальше мне надо поставить perfect infinitive. Но... проблема в том, что у меня, опять же, письмо-то само себя не отправляло, над ним совершалось действие. Поэтому мне надо поставить мало того, что perfect infinitive, да еще и passive. Значит, у меня будет perfect passive infinitive. Вот такое вот дело. Как это будет выглядеть? Поскольку perfect, значит, have ставим. Далее, мне надо be поставить. Но поскольку у меня perfect, be у меня будет been. А дальше мне надо третью форму глагола sent. А дальше уже yesterday. Yesterday. Вот такое дело. И это у меня будет passive, perfect, или нет, правильно было бы сказать perfect passive infinitive. Наверное, так лучше. Ну, ладно, уже я начала писать. Perfect infinitive. Вот такая вот конструкция. Да, она достаточно громоздкая, она достаточно сложная, но как бы то ни было, в деловой корреспонденции, в официальном стиле, в нейтральном стиле вы запросто такое можете встретить. Пассив сам по себе является достаточно формальной структурой. Плюс еще то, что у нас стоит структура should с модальным глаголом, будем так обобщим немного, с модальным глаголом плюс perfect. Это еще более формализует наше предложение, поэтому вот эти две фразы, они очень-очень-очень официальные. Итак, теперь, наверное, сформулируем правило, как же это все должно быть.
Допустим, у меня так будет infinitive в самом общем смысле этого слова. И infinitive у меня может быть двух видов. Он может быть либо вот так вот я сделаю. Значит, он может быть у меня либо active infinitive, это то, что мы все знаем. И он может у меня быть passive infinitive. Вот такое дело. Так, я немножко криво нарисовала, я сейчас сделаю чуть-чуть по-другому. Вот так вот, чтобы они были рядом. А вот это passive, sorry, не тот цвет. А вот это уже будет точно passive infinitive. Давайте подумаем, как образуется одно и второе. Если первый случай это у нас to обязательно, или в некоторых случаях не обязательно, и дальше у нас должен стоять глагол, грубо говоря, это не совсем корректно, но в принципе с виду это глагол, то passive infinitive это у нас не просто to, которое может быть, может не быть. У нас обязательно должно быть be. Обязательно be. Без be у нас не будет пассива. А дальше у нас будет глагол с окончанием it или же третья форма глагола. Глагол плюс it или же третья форма. Как вариант. Или-или. В зависимости от того, глагол правильный или неправильный. Вот в чем принципиальная разница. Если в первом случае все достаточно просто, то во втором случае нам обязательно нужно be. И вот именно это be, как в любом пассиве, будет меняться. Оно может быть перфектным, оно может быть обычным, как угодно. Теперь давайте подумаем, все ли времена active, все ли tenses будем говорить. Вот я напишу tenses, потому что времена это не совсем корректно, речь идет о грамматических временах. Все ли tenses вот эти из актива, могут ли они все быть пассивными? Давайте вспомним, в каком виде вообще, хотя бы теоретически, может быть инфинитив. Итак, он может быть present. Он может быть present. И если у меня present infinitive и он active, то это будет, ну, я возьму любой глагол, какой мне нравится. Ну, допустим, то же самое send, которое у меня было. И это будет to send. Все очень просто. Что у меня будет в passive? Правильно, у меня будет to, дальше у меня должно быть be, а дальше у меня должен быть глагол в третьей колонке, sent неправильный глагол, поэтому у меня будет to be sent. Вот таким образом. Далее, что у меня еще может быть? У меня еще может быть continuous. Я скажу так, present continuous. Вот, present continuous. Continuous. И что у меня будет в моем активе? Правильно, у меня будет to be sending. Не ведитесь, пожалуйста, в данном случае to be не является признаком пассива. Обращайте внимание на следующее слово, обращайте внимание на ваше действие. Оно с ингом. Ингов в пассиве, как вы сейчас увидите, вообще не существует. To be sending – это active. Это active, несмотря на то, что у нас стоит be. Это active. Потому что дальше инговая форма. Может ли такое, хотя бы теоретически, быть в пассиве? Мне нужно поставить так, to be. Дальше, по идее, должно у меня стоять being. Основной мой be. А дальше send. Вроде бы вот так вот. И вот такой структуры, естественно, у нас не будет. Ее нет. И будем говорить present continuous в passive не существует. Не бывает у нас пассивного инфинитива продолженного. Не бывает. Активный бывает, а пассивного не бывает. Далее, следующее. Далее у нас perfect. Present. Или я не буду писать present, это не совсем правильно. Perfect. Просто perfect. Perfect infinitive. Может ли такое быть? Конечно. В активе, естественно, может. И еще как? To have sent. To have sent. Что у меня будет в пассиве? Правильно, у меня должно быть have, опять же, to have. Дальше у меня должно быть been. Been, потому что у меня perfect. А дальше у меня все равно будет sent. Отлично. И у нас еще может быть структура perfect continuous. Она больше экзотическая, но как бы то ни было, она имеет право на существование. Perfect. Perfect. Continuous. Continuous. Что у меня имеется здесь? В активе у меня to have been sending. Вот таким образом.
Да, оно очень громоздко, и лично я не очень люблю такое, но мало ли, если у меня должен был быть процесс в прошлом, и у меня модальный глагол стоит перед этим, как мне его показать? Вот только таким образом. То, опять же, в пассиве этой структуры не будет. Почему? Давайте посмотрим, что получится. To have been, а дальше мне надо поставить being. Being и потом уже sent. Потому что третья форма глагола у меня везде sent. Значит, ing должен, поскольку be у меня основное здесь, основное, что меняется, значит, being должно стать have been being. Где такое видано? Конечно, такого быть не может. И вот этой структуры тоже нет. Поэтому в каком-то смысле passive проще, хотя бы потому, что их всего два. Он может быть либо present, либо perfect. Все, ничего другого быть не может. Active имеет 4 формы, passive имеет, слава богу, только 2. Вот такая вот структура. Запомните себе эту схему, запомните себе, что пассив, что, прошу прощения, инфинитив может быть как пассивным, так и активным. Это нормально, не удивляйтесь. Да, ваше предложение будет очень таким формальным и очень таким заумным, но тем не менее оно может таким быть, и в основном эта структура употребляется после модальных глаголов, потому что после модального глагола, кроме инфинитива, я ничего не имею права ставить. Поэтому запомните себе эту конструкцию, запомните себе эту схемку, и все будет у вас хорошо. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.